Всем привет! Сегодня хочу рассказать о своей коробочке за октябрь от LoveLula. Как всегда, все, что они вкладывают в коробочку, можно купить на их официальном сайте lovelula.com. И также в своей коробочке они всегда предлагают до конца данного месяца 20% скидку. Они всегда вкладывают вкладыш с описанием продуктов, и всегда их можно найти на их официальном сайте. В октябрьской коробочке также они вложили вот такой вот шанс, кто хочет делать пожертвования. Вот, и начну. Кстати, вот, не обращайте внимания на мои ногти. Не вот такие, это просто я делала, пробовала протестировать лак для ногтей. Я купила лак для ногтей от Chanel номер 671. Я потом его покажу в покупках. Вот такой. Просто вот так вот он всю неделю у меня продержался. Ну, даже не всю, наверное, 3 дня он у меня продержался. И вот так он у меня, можно сказать, скололся на концах. То есть не так и плохо для лака для ногтей, потому что обычно у меня скалывается гораздо быстрее. Вот, так что вот сегодня у меня такие ногти. Это, можно сказать, для моего эксперимента вот этот лак. Вот. Ну, так про коробочку быстренько. Могу сразу сказать, что коробочка мне не понравилась за октябрь. В нем был вот такой бальзам от Balm, глубоко увлажняющий бальзам. Очень часто я заметила, они вкладывают вот эти бальзамы. 30 мл стоит 7,99. Баночка стеклянная, и внутри вот сам этот бальзам. То есть он, если вот ручкой размазывать пальчиком, то от тепла он начинает уже растворяться, и можно его, как они рекомендуют, на лицо нанести. Вот он такое очень жирное. И потом смыть, не смыть водой, а вот какой-нибудь мокрой салфеткой, полотенцем приложить на лицо и аккуратно так вот провести, чтобы снять какие-то остатки. Ну, я не люблю вот такие масляные текстуры. Мне оно, кстати, напоминает рафинированное масло подсолнечное. Не подсолнечное, а именно рафинированное масло. Не люблю я вот эти масла, к сожалению. И поэтому продукт мне абсолютно не понравился. Также в этой коробочке вложили опять они бальзам для губ от Fair Square. Уже он у них был в какой-то из коробочек. Стоит этот бальзам 2,99. Здесь он с абрикосом, миндалем и кокосом. Ой, у меня вот этих бальзамов миллион. Вот так он выглядит, этот бальзам. Такой вот он весь какой-то у меня растрепанный, хотя им даже особо не пользовалась. Потрескавшийся весь, пахнет, я бы сказала, ментолом или даже больше эвкалиптом. Ну, увлажнять увлажняет, но вот, не знаю, вот какой-то он ни туда, ни обратно не вкручивается. Какой-то он, не знаю, мне не нравится вообще. Не особо я люблю такие вот слишком маслянистые текстуры, поэтому, к сожалению, мне тоже это не понравилось. Следующее в этой коробочке — это вот такой бальзам от Pomade Divine. Не знаю, как он правильно произносится. Это пробничек. Полная версия 50 мл стоит 19,80 относительно такой дорогой. Вообще, это такая как уникальная формула с разными увлажняющими маслами. Очень хороша для сухой кожи, для какой-то поврежденной кожи. Мне кажется, тут они даже пишут от энзимы, для кутикулы, для каких-то потрескавшихся губ, рук. Не знаю, опять же, все это какое-то маслянистое. Может быть, для зимы неплохо, но как-то так. Мне вот она, такая вот она, как прям вся маслянистая. Очень липкая. Вот какая она прям вся масло-масляная. Ужасно. Какой-то гарью пахнет, если честно. Не знаю, мне вот тоже не понравилось. И также они вложили пробник мыла от Dr. Bronner.
Magic. Это шикакай суп. Ну, шикакай, не знаю, как это. Шикакай с лимонграссом. Полная версия 356 мл стоит 7,29. Эти мыла мне не нравятся. От доктора Бронера. Они такого темного цвета. Вот не знаю, если получится что-то выдавить. Покажу. Все они вот такого цвета. Все они создают эффект. Хорошо мылятся, но создают такой эффект, как будто вы взяли в руки смолу. Там даже цвета такого, как смола. Не знаю, вот мне, к сожалению, не нравится это мыло. Запах мне у него тоже не нравится. И единственное, что пенится хорошо. И это единственное. И последнее, что было в этой коробочке, это вот такие салфетки. Вот есть Coconut. Был у них просто раскрем для рук. Есть Coconut. Вот так они красиво положили. Тут 25 салфеточек. Стоят они на их официальном сайте 3,99. Вот это полная версия этих салфеточек. Ну, если честно, я не пользуюсь вот этими салфетками, поэтому для меня это немножко бестолковая вещь. Ну, вот здесь она как-то защищена, удобно брать. И здесь тоже защитная такая пленка, не пленочка, такая штучка, но их так сама она вытягивается. Эта салфеточка. Такая вот она хорошо очень пропитана. Что у нас тут говорит производитель? Ну, вот, помогает увлажняет кожу. Пахнет. Пахнет кокосом, да, действительно. Вот иногда удобно. Вот, наверное, даже больше использую, если где-то в дороге нужно вот руки вытереть. Где-то лицо, если ребенок поел какой-то шоколад. Туда. А так, не знаю, я вот просто я не пользуюсь, к сожалению, такими салфетками так просто, поэтому для меня это как-то бестолково. Поэтому, к сожалению, в этом месяце для меня коробочка от Лафлула была абсолютно бестолковая. Надеюсь, что в следующем месяце, в ноябре, мне понравится коробочка больше. Спасибо за внимание и всем пока!